Дверь тихо, не тихо, было. Закрой эту, то сейчас Ламборгини будет здесь. А вы женаты? Мы уже вообще ничего не боимся в этой жизни. Вот один заказ мне прилетел. Средний кайф по городу 33. Еще и скромный вдобавок. Ну да. Да, Дмитрий? Осталось выполнить. Друзья, всем привет, с вами Дим Такси. Сегодня у нас пятница, а это значит, будут заработки. Не знаю, как заработки, но работа должна быть, потому что это пятница. Давайте посмотрим кэф по городу. Кэф у нас 21. Зеленочка. Потому что Яндекс выдал гребаные цели, и теперь вместо денег водители катают количество заказов. Осталось выполнить. Нормально вообще, я их не вожу. Коллеги, можете меня поздравить, я наконец-то купил себе классный планшет. И теперь пока жду кэф, я, как и вы, залипаю в ютубчик. Недавно наткнулся на интересный канал. Не всегда хочется смотреть трэш. Фишка этого канала в том, что каждая десятая поездка у водителя такси бесплатная, взамен на интересную добрую историю. Название канала «Круг добра». Переходите по ссылке в описании под видео. Зацените годный контент. Подписывайтесь и ставьте лайки. Смотреть всем! Я просто раз в день, ну, 10-й заказ делаю за бесплатно, ну, от себя. И как раз у вас сейчас совпало, у вас 10-й заказ. Ничего себе. Это потому, что мы доброе дело сделали. Я говорю, да, сыночка, всегда надо делать добрые дела. За бортом у нас 14 градусов, остаток бензина 120 км, обнуляем пробег. Друзья, еду заправиться, бензин у меня соточка на 100 км. Вот, сейчас заправимся на пятихаточку. Пока кэфа нет, сейчас зелень пока. Вот, и я думаю, нормально все будет сегодня. Потому что пока персоналка есть, будет силенка. Заправился, 200 километров остаток, пробег мой 9 километров уже намотал. Реально, я еще не работал даже, потому что, ну, зелень не хочется возить. Давайте посмотрим, что у нас в программе творится. Средний кэф по городу 33, это вообще печаль. Это ребята из-за того, что Яндекс дал персоналку, так что... Обидно, пятница должна быть стреляющая, просто, я не знаю, там, бешеная. Ну, блин, честно, не хочется работать. Друзья, не будем отчаиваться. Подведу итоги в конце ролика. Начинаем работать. Ребята, прилетел первый заказ с Бургасской на героев-разведчиков. С кэфом плюс 90. Заказ отменен. Следующий заказ. Долгая поездка. Поселок Российский. Заказ от... Нет, конечно. Это не лужа, а я не знаю, что. 360 рублей. Вообще печаль. 300 рублей. Ждем кэф. Вот хорошая поездочка. Я здесь кинчик смотрю. Операция «Фортуна». Так что поехали за пассажиром. В Краснодаре пошел дождь. Друзья, неплохое начало. 28 минут. Поездка 426 рублей. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста. Пятачок. Едем на следующий заказ. С кэфом плюс 100 прилетел. Комфорт. По городу 7 баллов, пробка имеется. Кэф растет. Да, конечно, поездка жесткая была. 42 минуты. Завершаем заказ. Ставим пятерочку. Четверочку. Вот один заказ мне прилетел. Я его пропустил. 7 минут. Опять этот же заказ летит.
Два заказа пропущенных, активность списывается. Вот, вот эти заказы, которые были 15 минут, то есть изначально вот были, не было у меня пропусков, сейчас появились пропуски. Сейчас опять накатаю соточку и попробую еще раз пропускать, потому что приложение обновилось, версия 10.24 не работает, она жестко глючит. Сейчас работаю на последней версии. По городу у нас 8 баллов, КФ есть. Смотрите прикол. Вот он заказ, видите, 7 минут подача, да, 2.6, смотрим, куда они едут. Нижний Казачий хутор на 50 джин на Стасово. Смотрите, вот этот такой же заказ будет, 100%. Точно такой же. Вы понимаете, да, что Яндекс творит? Сначала он мне дает заказ с конечной точкой, да, и этот заказ пропускаю. Он баллы мне бабах только, и все. Закрывают конечную точку. И потом следующий заказ, этот же приходит, только без конечной точки. Я ж не баран. Чтобы дважды попадать на эту хрень. Поэтому вот так вот. Что меня не устроило в заказе? Мне не устроил КФ. Один раз 60, другой раз 80. Если мы сейчас с вами посмотрим, сколько здесь в реальности КФ, а мы сейчас это сделаем. Вот в реальности КФ, где я стою, 220. Какие 60, какие 80, ящер, ты чё мутишь? В 19.46, то есть 8 часов получается, 8 часов включится конечная точка. Как раз я вывезу весь час пик. Уроды. Вышел на линию, жду заказ. Долгую поездку не буду брать. Ага, 130. Не, дружок. Иди отсюда. Я сейчас буду хозяином здесь. Не хочу ваши вот эти хутора брать туда, как заедешь в жопу куда-то. А вот и кэш. С кэфом 210. Видите, пару заказиков пропустите, все. И полетели. Взяли заказ. Уходим с линии, чтобы заказы в спину не летели. Один фиг, час пик. Друзья, вам мой совет. Если у вас нет конечной точки, то подъезжая на заказ, метров за примерно там 150, ставите кнопку на месте, и вы видите конечный адрес. Если вас этот конечный адрес не устраивает, вы берете, отменяете заказ и едете на следующий. Понятно, что время потратили, но вы больше времени потратите, если поедете куда-то за город, с какого-нибудь спального района, и, в общем, вы там зависнете навсегда, пока пробка не закончится, на часа 3. Вот. Это я говорю про, если вы с гидростроя поедете на, допустим, ну, тот же самый Яблоновский, там, витамин-комбинат, еще куда-нибудь, то есть, вообще, печально. А мы приехали на заказик, ждем пассажира. Знаете, куда пассажир поедет по этому коэффициенту? Ресторан «Старый город». Нормально, с кэфом 210 сейчас здесь. Пум! 10 минут 3 сотни сейчас будет, посмотрите. Делайте ставки, ваши господа. Я думаю, будет рублей 300. Как вы думаете? Напишите в комментарии, сколько будет сумма поездки. Маршрут 5 километров. Ребята, сумма поездки 370 рублей. 379 рублей. Пассажирка попросила остановиться. Нажимаем кнопочку ожидания. Платное пошло. Ну и к этой сумме сейчас еще прибавится. Пошла купить сиги. Время в пути 14 минут. Сумма поездки 370 рублей. 379 рублей. Ставим пятерочку. Нормально все. Пробка 8 баллов. Также. Выходим на линию и ждем заказ. Я думаю, наверное, сейчас включу эконом. Комфорт у меня включен. Думаю, сейчас подключим мы эконом, и будет жара по этим СНТ-шкам. Прилетел заказ без конечной точки, но с кэфом. Плюс 160.
Это, ребята, пробка от заезд на гидрострой. Так что печально, да? Привез девушку на Узмол. Вот. 18 минут я ехал, сумма поездки 340 рублей. Сейчас я вам покажу Узмол, кто не знает. Не знаю, что за глюк, смотрите, активность моя 79, пропущен, 0 пропущены, печально. Приложение глючило, пришлось переустановить, жду заказ. Попытался я включить эконом, вот смотрите, 18 минут подача, 10 минут, 7 минут, ну короче, вот эти все заказы — это шляпа, либо долгая поездка. Спасибо, хороший вечер. Ребята, а вот эконом. Не хотел я вести эконом. Думал, какой-нибудь конфликтный пассажир, как всегда. Ну, нормальный мужик попался, все четко. И плюс сумма поездки 162 рубля. Дал мне 200 рублей. Ну, чаюха есть небольшая, нормально. На Кавказскую пленницу, да? Ага. Добрый вечер. Добрый вечер. Женщины в теле. Обратно с комфортом поедем. Виталий Сергеевич, да, наверное, поедет. Переживаете? Да нет, в принципе, ты должна вы переживать, нас четверо. Да нет, просто светофоры везде, я их объезжаю. Женщина за изнасилование по уголовному кодексу с Российской Федерации не садят. Позитивненько, Юль. Ну это так, пища для размышлений. Насчет боитесь. Мы уже вообще ничего не боимся в этой жизни. Сейчас вас привезут, тогда все северо. Я вас посмотрю. Здесь просто светофоров нет. Можно ехать. Ну что, как эта симпатичная машина будет вас куда-то отвезти? Кроме какой ресторан. Это точно. Еще и скромный вдобавок. Ну да. Да, Дмитрий? Да. Я хороший. Не переживайте. А вы женаты? Да. Где да? Почему? Да просто я замуж собираюсь, а не за кого. Понятно. Я даже без кольца езжу. Да? Да. Ну, у меня кольцо на работе, на бригаде, потому что надирает палец. Хорошо, ты расскажешь, кому рассказать. Кольцо его на работе напрягает. Мне муж тоже пытался сказать, что ему кольцо брультрет. Ничего носит. Нормально? Да, мозоли полечим. У него выбора другого нет. Знаем мы такого женатого, который с кольцом спокойно на другие залазит и не стесняется. Да? Я говорю, не пророк. Ладно, нормально. Я жена. Имею в виду, я жена. Только я жена. Подожди, я спрашиваю, ты коллега наш. А, ну, в принципе, да, вот. Ну, честно, он же 5 семей не уйдет, вот, жена, он женат. Все. Ну, значит, порядочно. Порядочно? Все, да, все по порядку у него. То есть он сразу сказал женщине, что ни на что не претендует, да, я женат. То есть вы хотите сказать? Так понимаешь, они ведутся, все соглашаются. Потому что честный. Да, а он их честностью берет. Он их располагает сразу. Они сразу понимают, что вот он сам честный и правильный. А вот это не обратно? Я с вами заговорил. Поговорили, мужчина. Сейчас дам назад. На Богарте можно. Так, ой, а я уже дверь открыла. Тихо, закрой, ты то сейчас Ламборгини будет здесь. Сразу на бизнес-то придете. На Ламборгини.
Блин, мамки слились, я думала, что там никого нет. Даже акции поделили. До нас можно и здесь, в принципе. Все, хорошо. Всего хорошего вам вечера. Спасибо, держите. Раз мясные нас. Хорошего вечера. Спасибо вам. До свидания. Вам отличного вечера. Как я привыкла к большим машинам? В следующий раз. Миллион рублей не оставили. Друзья, вот заказ по комфорту. Нормально. Ну, мне кажется, они в экономии всегда ездят. Вот. И поэтому вот нормально прокатились, поржали. Я думаю, блин, настроение подняли. Вот. Сразу, ты женат? Но это не то, что девушка на 8 марта исполнила. Сначала, если вы не видели ролик, у меня ролик, вот здесь ссылочка будет. Девчонка на 8 марта исполнила, конечно, нормальную тему там. Это бывает раз в год. На 8 марта, точно. Друзья, время у нас 22:25. Посмотрите, что я заработал. Ну, это чисто гроши. 13 заказов. Надо еще поколотить рубля 2. Вот. Я это... Оп, этом же. Офицерская прилетела. С кэфом 120. За окном у нас дождь. А это значит коэффициент.